Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Тема нашего урока – сложение однозначных чисел с переходом через десяток. Вида плюс 6. Мы видим, здесь у нас с вами записаны примеры. Прочитаем эти выражения, употребляя названия компонентов и результаты сложения и вычитания. Первое слагаемое 7, второе слагаемое 2, сумма 11. 9. Первое слагаемое 7, второе слагаемое 3, сумма 10. Первое слагаемое 7, второе слагаемое 4, сумма 11. Первое слагаемое 7, второе слагаемое 5, сумма 12. Уменьшаемое 11, вычитаемое 1, разность 10. Вычитаемое 11, разность 2, вычитаемое 2, разность 9. Уменьшаемое 11, вычитаемое 3, разность 8. Уменьшаемое 11, вычитаемое 4, разность 7. Давайте посмотрим, какое число нужно прибавить к 7, чтобы значение суммы было однозначным числом. Мы прибавили 2. Можно прибавить еще 1. Также будет однозначное число. Во всех остальных случаях у нас получается двузначное число. Какие числа нужно вычесть из 11, чтобы получилось однозначное число? Мы вычитали 2, 3, 4, можно вычесть еще 5, 6, 7 и так далее. Давайте сравним, посмотрим на первый столбик. Первое слагаемое у нас 7, второе слагаемое у нас увеличивается на 1, и сумма также увеличивается на 1. В втором столбике уменьшаемое у нас 11, вычитаемое увеличивается на 1, разность уменьшается на 1. Какой бы следующий пример мы записали в этот столбик? Вот у нас 7, здесь мы увеличиваем на 1, и получается 7 плюс 6. Примеры такого вида плюс 6 мы еще с вами не умеем решать. Поэтому сейчас будем учиться это делать. Итак, нам нужно к 7 прибавить 6. Мы берем 7 кружочков синего цвета. И нам нужно к 7 прибавить 6. Прибавим 6 кружочков красного цвета. Сначала мы дополним до 10 число 7. Прибавим 3 кружочка. А 6 это 3 и еще 3. Прибавим еще 3 красных кружочка. Итак, как мы к 7 прибавили 6? Сначала мы прибавили 3, чтобы получить 10, а потом оставшиеся 3. 10 плюс 3 получили 13. Значит, чтобы, если мы к 7 прибавим 6, то получим число 13. Давайте, используя этот прием, решим остальные примеры. 6 плюс 6. Дополняем 6 до 10, нам нужно прибавить 4. 6 это 4 и 2. 10 плюс 2 получается 12. 7 плюс 6. Дополняем 7 до 10. Прибавим 3. 6 это 3 и 3. 7 плюс 3 это 10. Еще плюс 3 – 13. 8 плюс 6. Дополняем 8 до 10. Нужно прибавить 2. 6 это 2 и 4. 10 плюс 4 получается 14. И к 9 прибавляем 6. Дополняем 9, до 10 нужно прибавить 1, а 6 это 1 и 5. 10 плюс 5 получается 15. Теперь давайте постараемся запомнить эти примеры и их ответы. 6 плюс 6 равно 12. 7 плюс 6 равно 13. 8 плюс 6 равно 14. И 9 плюс 6 равно 15. Запоминаем эти примеры. Читаем и вспоминаем. 6 плюс 6 равно 12. 7 плюс 6 равно 13. 8 плюс 6 равно 14. И 9 плюс 6 равно 15. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеоуроки на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.